27 сентября в Министерстве спорта Омской области состоялась встреча по итогам прошедшего в Южной Африке первенства мира по пауэрлифтингу. С успешным выступлением наших атлетов поздравил заместитель министра Антон Скоробогатов. Из ЮАР ребята привезли в родной город 3 серебра и 1 бронзу. Марату Аминову, Владиславу Шайбекову, Дмитрию Чубарову, Алине Домашиной и их тренерам вручили благодарственные письма регионального Минспорта. Мы их действительно ждали, мы следили за их выступлениями в Южной Африке, обсудили саму поездку, обсудили, как прошли соревнования, какие-то вопросы там пауэрлифтинга, как он в мире развивается, кто соперники наши, о том, что мы сегодня имеем в Омской области, как мы хотим это дальше развивать. Получил возможность выступить в составе национальной команды. Что касаемо борьбы на помосте, была возможность одержать победу, наверное, где-то, может быть, по своей, наверное, вине, не сумел ее использовать. Но есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться, да. Опыт, конечно же, вынес. Надо расти, расти выше. В том году я проиграл этому сопернику с Украины. В этом году я поднял больше, чем он в том году поднял, но он тоже добавил. Все растут, надо стремиться, стремиться все выше и сильнее становиться. Ну, соревнования прошли очень удачно для омских спортсменов. Все омские спортсмены вернулись с призовыми наградами. К сожалению, чемпионами стать не удалось, но есть объективные на это причины. Все боролись за победу. То есть наши спортсмены весомый вклад внесли в высокие места сборной команды России. Я думаю, что это очень хорошее завершение сезона юниорской сборной команды. Очень приятно поздравили, очень душевно пожелали дальнейших успехов. В такой прошло уютной обстановке наш разговор. Очень понравилось.